Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром. Это самое тяжелое время для зимующих птиц. Перед ними встает жизненно важный вопрос – как прокормиться? Иногда естественный корм практически недоступен, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие другие пернатые начинают искать корм вблизи жилых домов. Поэтому мы с детьми и их родителями провели акцию «Покормите птиц зимой». Покормите птиц зимой. Пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. Небогата их корма, горсть зерна нужна, горсть одна, и не будет страшно им зима. Сколько гибнет их не счесть, видеть тяжело, а ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. Разве можно забывать, улететь могли, а остались зимовать заодно с людьми. Приучите птиц в мороз к своему окну, чтоб без песни не пришлось нам встречать весну. Дети и родители ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек. В ходе акции были изготовлены и развешаны кормушки для птиц из различного материала. Давайте помогать пернатым пережить трудные времена, а они порадуют нас.